В аптекарском огороде в ботаническом саду открылась новая экспозиция «Сад лекарственных растений». Но эта экспозиция – это дань первому в истории ботанического сада, еще открытому еще при Петре Первом, аптекарскому огороду. Ведь мы помним, что он был открыт в 1706 году. Потом, уже спустя 100 лет, в 1805 году, аптекарский огород был приобретен со всеми растениями Московским императорским университетом. И благодаря его стараниям и стараниям его первого директора был преобразован в научный учебный сад. Вот. А дальше идет история целая. Она годы расцвета, годы падения, полного уничтожения. И вот сейчас вот этот огород открылся в память первому саду аптекарскому. Все виды здесь сгруппированы в соответствии с химической классификацией. Вот. И таких групп здесь 7. Витамины, жирные масла, полисахариды, алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и сапонины, полифенолы. Интересно, сейчас пойдем посмотрим. Штакетник такой старинный, как будто бы старинный господской усадьбе. Мы входим и попадаем на территорию. Всей территории находится фонтан. Вот он такой старинный. Сейчас он молчит, но вода есть тут. И ровненькие грядки растений по темам. Вот, например, источники эфирных масел. Растения, из которых делают масло. Тмин, кориандр, петрушка, ромашка, сельдерей, укроп, фенхель. Пеларгония и, конечно же, полынь, хрен. И вот это лимон. Вот такая территория. Здесь что мы видим? Лекарственные растения. Батин, мачеха, послен, козлобородник, лен, подорожник, подорожник. Это источники полисахаридов. То есть целая распланированная такая системная подача знаний, чтобы ботаники изучали вот эти растения. Тыква обыкновенная. Источники витаминов. Тысячелистник. На этой стороне. Источники алкалоидов. Дурман. Обыкновенный. Источники гликозидов. Стевия. Медовая. Горец свет. Пион уклоняющийся, авран, шлемник. Ой, какое разнообразие растений. И вот я вижу там безвременник, последнее цветущее растение осени. И вот такая территория, выжженная, с очень грамотной подачей. Каждое растение подписано, каждое ухоженная. Это да, очень понравилась экскурсия. А на этом участке я вижу гортензии. Ой, какой ряд гортензий, такие крупные шапки соцветий, целая аллея. Вот это полянка с разнотравием здесь, полевые цветочки.
Надо прогуляться, посмотреть. Это выставка георгинов. Разнообразные по цвету, контрастные очень. От темно-бордовых, даже местами с черноватым оттенком листья, лепесточки, до ярко-розовых, желтые, белые. Вот такие крупные. Шапки цветов. Прекрасные.